Привет, Лололошка. Посмотрел всякие разные скриншоты на Вики и увидел то, что это выглядит как квадрат. Но я делаю и ничего не получается. То есть вот таким вот образом выставляю. Последний ингредиент, самоцвет трансмутации, и поехали! У-ху-ху! Привет, друзья, я Рома, это новая серия Эпохи Приключений, поехали! Кадры, перед вами не шутка, это 2 часа решения проблем с шейдерами и вот этим измерением из Abyssal Craft'а. Помните, там было все черное? А, пофигу, легче показать, вот, видите, ничего не видно, ё-моё! Комментаторы прокомментируют: Рома, вырубай шейдеры на время измерения, но проблема в том, что когда я их вырубаю, у меня полностью вырубается Майнкрафт, то есть вылетает. Понятное дело, то, что 2 часа безрезультатно пройти не могли, поэтому я взял и создал собственные шейдеры, вот они, Light. Полностью собранные на базе нифига. Но самое-то главное то, что ничего не вылетает, и мы все видим. То есть смотрите, как переключается бамс, и все. А вот оно то, ради чего все делалось. Кожа абиссальной пустоши. Да, наконец-то целых 8 штук. Соединяем с некрономиконом. А, нет, подождите, не так. Вот так вот. И получаем улучшенный некрономикон. 10 тысяч потенциальной энергии. О, шикарно. А, да, некоторые уже успели заметить то, что этот мод частично, мать твою, кто ты такой? То есть, да, я хотел сказать то, что этот мод частично переведен на русский язык. Наконец-то! Позиркаем. Теперь, по идее, мы ключ к вратам можем улучшить. А что это опять за молнии? А, все нормально. Понадобится самоцвет трансмутации. Это уже есть. Непонятная статуя и глаз бездны. А на выходе у нас ключ к ужасным вратам Азураха. Делается это не абы где, а именно вот в этой пустоши. И создаем ритуал! Стоп, что? Бом! О, спасибо. Как-то что-то мне подсказывает, что мобы меня будут бесить, поэтому надо сразу создать огромную крепость, в которой я смогу нормально все изучать. Твари, не можете пройти, так вам и надо, пошли отсюда, пошли! Почти 10 тысяч потенциальной энергии, вот что это сейчас было, вот что это такое, а? Ну ладно, все, заряжайся. Перейдем немного к Войдкрафту. Ксия, бросив звезду пустоты в мир и окружая ее в мягкий бедрок, происходит что-то очень странное. Появляется красный портал. Все, что известно об этом новом мире, это бла-бла-бла, тут херабрины ходят и еще боги, прикольно. О, привет, паук, пока, паук. Звезда-то у нас не абы откуда берется, а с босса падает, вот, цепь. Но череп, придется снова это создавать, а у меня все закончилось. Прекрасно, просто прекрасно. Моими самодельными шейдерами можно пользоваться даже в этом измерении, и все будет чудесно. Так, окей, мне нужны цепи. Иди ко мне, до свидания. Угу. При всем при этом не забываем о этих чувачках, потому что, господи, кости, точно. Оу-ля-ля, здесь же еще руда кристаллов спавнится. Вот я 6 штучек добыл, и если я сейчас буду летать, я думаю, то что еще найду. Как говорю я, нашел. Как выбраться из этого измерения, если потерял портал? Все просто. Находишь дуру в реальности, падаешь и... появляешься в обычном измерении. Спасибо, спасибо, спасибо. Опа, вот это я вовремя пришел. Зарядка 99%. Давай, осталось совсем немножко. Крутимся, крутимся, вертимся, вертимся. Молодцы, молодцы. 3, 2, 1, пум. Представьте себе, запасов нам хватило. Убивать черепа, убивать черепа, убивать черепа. Поехали! Как же красиво все это выглядит без шейдеров. Я так рад, что потратил 2 часа. Да хватит, заткнись уже! Он босс, мини-босс, и при всем этом стреляет непонятно в кого. Ты что делаешь? О, он еще невидимый. Давай, давай, а ну-ка иди сюда. Опа! Опа, па-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 па. Как обычно, он супер изи. Мы получаем пустотную звезду и берем мягкий бедрок. Типа, вот я кинул, а дальше что? Просто окружать? Я окружаю, 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 окружаю. А, боже мой, ничего не происходит! Как же я это люблю! Ты, делай что-нибудь. Я считаю, зря все выбивали. Так, тоже не работает, окей, придется топать в измерение. Куда бы кинуть? Хм, ну давайте прямо около этого портала. Вот я кинул, ничего не произошло. Я начинаю окружать, окружать. И, боже, давай! Эта звезда сейчас полностью замурована вот здесь, но ничего все равно не происходит. Я тогда тупо не понимаю. Посмотрел всякие разные скриншоты на Вики и увидел то, что это выглядит как квадрат. Но я делаю и ничего не получается. То есть вот таким вот образом выставляю. Ни хрена себе! Пипец, смотрите, какие странные блоки. Я хожу, они вообще не переливаются. А самое главное, они называются Лимбо. Лимбо! Название того места, которое находится между адом и раем. И мы его получили. А, пупец. Портал в Ксию. Ну чё, прыгаем. Раз, два, три. О, меня прям засасывает, засасывает. Так, и где это я появился? Алло?
Боже мой. О, черт, я действительно попал в лимбо, отсюда даже выбраться нельзя. Привет, как дела, все ли у вас нормально, я иду к вам. Hello, боже мой. А, серьезно, смотрите, я не могу летать, мне пишут то, что я слишком тяжелый. Я не могу летать. Ну, конечно, дайте угадаю, я даже блоки не смогу ставить. Ну, да, просто там, смотрите, какие классные блоки, которые я бы разбил и получил. Потому что это вот такие дорогие кристаллы, и здесь их дохренища. Окей, попробуем что-нибудь сломать, давай, а черт. Ай, ладно, тогда пойдем. Ой, куда мне идти-то? Там. Какие же они тролли, смотрите, дыра в реальности. По сути, она меня телепортирует обратно в нормальное измерение, но я не могу до него допрыгнуть. Стоп, смотрите, вот же дыра в реальности, до которой я могу дотянуться, но сейчас я этого делать не буду, потому что я хочу посмотреть, например, вот это. А ну-ка, здравствуйте, как у вас делишки? Дёрн. Ой. А чё это все закрылось? Ой. Лололошка приближается, мне это совсем не нравится. Я знаю, разве это не странно? Этот человек действительно может быть здесь, потому что они изменили правила нашей вселенной. Разве это не странно? Этот человек здесь... Стоп. Это одно и то же. Да, хотя многим нравится Лололошка, не все могут сделать это, поэтому немногие предпочитают это делать. Понимаешь, Лололошка, что мы? Я так не думаю. Мы величайшая тайна для людей, хотя этот человек достаточно силен, чтобы понимать наши мысли. Это не значит, что он поймет нас во всей полноте. Кто-то появился. Дол и Зол. Привет, Лололошка. Как мы можем сказать, вы оказались здесь в ловушке? Мы хотели бы немного сразиться с тобой. О, какого хрена? Нет, не просто битва. Битва умов. Даже так? Если вы пройдете наш маленький вызов, мы освободим вас. Если Херобрин также будет побежден, двери Кси будут открыты для вас. Итак, начнем. Поместите этот знак с ответом перед сундуком, а затем поверните рычаг. Материал, элементаль, нейтральный закон. Кто я? Серьезно, надо правильный ответ написать. Вы что, издеваетесь? Материал, элементаль, нейтральный закон. Кто я? Я Лололошка. Близнецы не любят драться. Если возможно, они прибегают к различным головоломкам или играм против своих противников. Тем не менее, у них есть сила, чтобы убить своих врагов, которые позволили своему стражу попытаться решить такие головоломки. Близнецы не просто разрушат без причины. Они играют честно и будут уничтожены только в случае неудачи. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ни хрена. Нашенька, не понимаю, материал, элементаль, нейтральный закон. Кто я? Может быть, пустота? А, была не была. Давайте попробуем так написать. Пустота. Что? Серьезно? Пипец, я здесь заспавнился, представьте себе. Так, я понял то, что сейчас мы не будем тратить все время на разгадку этой головоломки, поэтому, ребята, участвуйте и пишите в комментариях. Да. Я могу посмотреть в гугле и никаких проблем. Но разве это честно? Разве это интересно? Конечно, нет. О, ну классно, спасибо то, что призвали. Кстати, реально спасибо, потому что с них вроде как много гемов падают, а они мне как раз таки пригодятся. Тупые статуи, думаете то, что делаете мне хуже? Но ни хрена подобного, это даже лучше. Приступим все-таки к созданию вот этого ключика к ужасным вратам Азараха. Да что ты будешь делать, как же меня это пугает. Помним то, что там нужен какой-то глаз бездны. Я узнал то, что он никак не крафтится, он падает с Азараха. Вот оно что. Это босяра, который спавнится вот в этом измерении. И сейчас мы попробуем его найти, вызвать, бла-бла-бла. Только для этого, конечно, Google понадобится. Нашел! Даже никакой Google не понадобился. Вот так вызывается этот босяра. И раз, два, три. Последний ингредиент, самоцвет трансмутации. И поехали! У-ху-ху! Какая хрень сейчас? Что, мать твою, дракон? Дракон, мать твою! Пипец. Я не ожидал то, что будет дракон. Честное слово, я даже в Гугле не смотрел. Я не знал! Ты это самое чего, застрял, что ли? Классно, он реально застрял. Пум, и его нету. Да, Азарах. Азарах! Вот так вот, все достаточно просто. Здесь, конечно, все пишется на английском. Я могу, наверное, что-то перевести, но сейчас, дайте мне время. Обливионер обращается к нам. Ты заплатишь за это, смертный! Ты никогда не пройдешь ужасные земли. Что-то типа такого. Удачи в вырывании собственной могилы. Я так понимаю, то, что вот с этим обливионером придется сразиться. Ничего, жди, мы до тебя еще дойдем. А вот этот Азарах для него был, наверное, каким-то питомцем. Самое главное, получен глаз бездны, мы молодцы, и также есть слиток коралиума и кусок коралиума. А зачем вы нужны? Ну-ка, ага, Из куска точно так же можно сделать слиток, а кусок используется, мы уже заметили, для всяких инструментов, брони и все. Осталось только вот эту хреновину сделать, и я не знаю, ой, да ладно, я впервые решил посмотреть, как это создается. Вот это я в принципе знаю, а это что такое?
А, серьезно? Серьезно? Как-то странно, на самом деле, все это делается с помощью энергии Дредленса. Но! Мы же сначала туда должны сделать портал. А для портала как раз-таки вот эти шарики нужны. Чего? Причем, если мы захотим сделать вот эту штуковину, все равно нужен этот шарик. А, какого хрена? Почитал немного и, знаете, все равно ничего не понял. То есть, реально, просто непонятно. А вообще, есть вещи поважнее. Я совсем забыл то, что карьер не работает. Я забыл его подключить. О, да, я подключил, все начало заполняться. Мы молодцы, все работает. Кстати, если вам интересно, то сейчас у нас вырабатывается по почти 7000 энергии. Классно. Я себе сделал сейчас вот это пробужденное ядро и увидел кое-какую несостыковочку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Чё? У меня всего лишь 8 инжекторов. Почему надо 9-то? Блин! Проблемы решаются достаточно быстро. Просто берем и создаем новый инжектор. Так, здесь у нас запиталось. Меняем провода. 3, 2, 1, поехали. И вот как это все красиво теперь выглядит. Осталось только нажать на кнопочку старт, и все. В скором времени получим пробужденное ядро. О, да! Сразу 9 ядер крутится, остается совсем немного. 3, 2, 1, пум! Стоп, что? Я прямо сейчас это все могу улучшить. У меня хватает ресурсов. А, точно, я же и дебил. Совсем забыл то, что надо вот это все улучшить. Да ну нафиг, потом. Ух, какая разносторонняя серия у нас получилась. Да, ребята, и Дол, и Зол, и Шейдры, и Дракон, и вот этот вот меч. Круто! Сразу скажу то, что со всеми фиксами шейдров я на эту серию уже сегодня потратил 5 часов. Хочется отдохнуть. Огромное спасибо за то, что продолжаете слушать всю эту чепуху. Благодаря вам и держится все это, скажем так. И именно вам, ребята, я говорю эти слова. Если вы здесь впервые, то можете подписаться на канал, поставить лайк, позвать друзей, а с вами был Уложка и Драконевый Слиток. Всем удачи, всем пока! Пока!